Степаненко, Рома не сильнее нас, ее можно проходить. Хавбек Шахтера Тарас Степаненко поделился мнением о матче с Ромой. Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал волевую победу своей команды в первом матче 1-8 финала Лиги Чемпионов против Ромы. Все было так, как мы и прогнозировали. Немного стушевались в начале, создавали моменты, были прострелы хорошие, но пропустили мяч, и это нас обескуражило. Слава богу, выровняли игру и забили. Могли бы еще один гол забить. В перерыве тренеры акцентировали, что это спаренный матч, нельзя терять голову и пропускать второй гол. Получилось забить, Ракицкий здорово отдал, Феррейра исполнил. Это добавило сил. Мы увидели, что Рома подсела. На Ингаланд с 60-й краткой минуты вообще не бегал. Не знаю, сколько мы пробежали, но физически команда хорошо выглядела, двигались, перестраивались. Рома появлялась только на флангах. Мы физически готовы не хуже Ромы. Шансы остаются 50 на 50. Матч в Риме будет очень тяжелым. Рома не сильнее нас, равный соперник, которого можно проходить, но нужно приложить максимум усилий, сказал Степаненко в эфире канала Футбол 2. Смотрите также видео голов и обзор матча Шахтер-Рома. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgro.com.